Депутаты Кунгурской городской думы продолжают встречаться в режиме онлайн. Очередное заседание комитета по городскому хозяйству и управлению муниципальными ресурсами состоялось в формате видеоконференц-связи сегодня. Наибольшее внимание депутатов было уделено тем вопросам, к обсуждению которых они возвращались неоднократно. Это исполнение гарантийных обязательств по муниципальным контрактам, восстановление наружного освещения, организации площадок для вывоза ТБО и многие другие. Ответ перед народными избранниками держали новый руководитель управления городского хозяйства Игорь Лепихин и первый заместитель главы Кунгура Олег Лихачев. Стоит отметить, что большинство вопросов были сняты с контроля комитета Думы. Подробности заседания в ближайших выпусках «Города новостей».